Отлично, всем доброе утро! Я приветствую вас в Gold Fitness, онлайн-тренировки. А так, как говорили, сегодня у нас занятие на ноги, которое называется АБЛ. Обычное классическое занятие. Сегодня мы будем его проводить вместе с вами без оборудования. Вам понадобится только ковер, ну и, возможно, либо какая-то мягкая поверхность. Итак, запаситесь водой, запаситесь терпением, зарядитесь на 45 минут. Я желаю вам хорошей тренировки, побольше позитива, не забывайте улыбаться. Ну что, начинаем? 3, 2, 1. Побеждаем. Молодцы, вытянулись. Немного разомнемся. Для начала вытягивайте бедро, напрягайте бедро, держите спину прямой. Небольшой поворот. Готово. Диагональ. Наш любимый open step. Молодцы. Разворачивайте корпус побольше. Бедро. Пятка вверх. Отлично. Хорошо. Круг плечо. Право-лево. Молодцы. Вращайте. Плечами. Вращайте. Еще больше. Внимание. Обе две. Обе две. Хорошо, еще 4 раза. 3. Молодцы. 2. Последние руки перед собой. Скручиваем. Готовы. Право, влево. Здесь работа только корпуса и основное это бедро. Разогреть тазобедренный сустав. Очень много упражнений будет на отведение, приведение, приседание. Добавим живой рукой. Сделайте полуприсед. Полуприсед таком согнутом положении. Стараемся удерживать прямую спину. Молодцы. Отлично. Хорошо. Выпады вправо-влево. Небольшая амплитуда. Молодцы. Отлично. Готовы по две пружины. Итак, вправо два. Молодцы. Влево два. Увеличивайте амплитуду, садите чуть пониже. Колено всегда над тобой. Молодцы, пониже. Хорошо, внимание. 7, 3, 2, вверх. Еще раз. 3, 2, вверх. Смотрите, все таким образом мы медленно опускаемся вниз, поднимаемся наверх. Еще раз. 3, 2, вверх. На каждый счет. Молодцы, переносите центр тяжести, можете включить работу плечевой пояс. Подключайте руки. Отлично. Молодцы. Ноги ставим широко. Продолжаем разминаться. Наклон вниз. Давайте, вниз боку. Вот так. Прямые ноги, почти прямая спина. Он пониже. Делайте легкие раскачивания, тяните заднюю поверхность, старайтесь сохранить прямую спину. Отлично. Собираем руки, ноги. Правый марш. Правый марш. Давайте подходим. Мало кто двигается, наверное, сейчас мало в жизни кардиотренировок, поэтому давайте чуть побольше движений. Отлично. Итак, правое, левое. Начинаем выполнять приседания. Итак, начинаем с вами основную часть. Урок АБЛ. С вами сегодня я. Gold Fitness. Онлайн-тренировки. Это хорошее настроение. Отлично. Медленно вниз. 3, 2, вверх. Живот втянут. 3, 2, вверх. Приседайте, пожалуйста, равномерно. Плавное движение. Подешли на плечи. Держите спину. Медленно. Отлично. На каждый счет. Сегодня очень мало будет функциональной нагрузки. У нас будет основное классическое упражнение. До полусотни приседаний, до полусотни выпадов. Отлично. Стоп, не зоб. 3, 2, 5. Молодцы. Еще раз. Вид сбоку. 3, 5. Поближе к вам. Вы ко мне. Вот так. 5. И стоп, не зоб. Держим статику. Помните, да, практически в каждой тренировке я использую статическое положение. Всегда вам его рекомендую. Держать
статические положения, очень развивает. Пружина. Нам нужно с вами сделать хорошую амплитудную пружину. Колено фиксируйте. Живот тянут. И взлопло. Молодцы, сад назад. 4. 3 пружины. 2. На каждый счет приседаем. Вниз. Дышим, 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 дышим. Удерживаем прямую спину, живот втягиваем. Молодцы. Хорошо. Добавьте подъем бедра. Итак, каждый присед – это подъем бедра. Молодцы. Немного таз вперед. Чуть вперед. Да. Только правая. Только правая. Я вас сразу подготавливаю к следующему выходу, своему выходу в эфир. У нас будет тайбо. Да. Не забываем. Молодцы. Левый также. Молодцы. Держим всегда прямую спину. Поменьше отдыхайте, качайте бедро. Ко всем обращаюсь. Отлично. Стоп внизу. 3, 2. И вверх. Хорошо. 3, 2. Вверх. Посмотрите, просто сделайте паузу, такое небольшое ожидание. Я вам буду показывать. Итак, шагаем в сторону. Еще раз. Половина в сторону. Вверх. Готово. Половина в сторону. Вверх. Хорошо. Половина в сторону. Вверх. Немного отшагивайте вправо-влево. Отлично. Остаемся внизу. Вот такое движение у нас с пружиной. Такое небольшое отведение. Отлично. Кстати, кто ждал АБЛ? Сейчас я вам его сделаю. На каждый счет приседай. Уже практически полсотни приседаний. Если кто-то считает, почти полсотни приседаний. Итак, внимание, попеременно отведение ног в сторону. Готовы. Что здесь важно? Здесь важно сделать акцент на то, чтобы носок потянуть на себя. Отвести ногу в точную сторону. Молодцы. Без приседания, только мах. Смотрите, я держу баланс. Снова статическое положение корпуса, динамика в бедре. Живот тянут, синий пресс. Молодцы. Координируйте себя. Стопа правая ни в коем случае не касается. Молодцы. Давайте хорошо проработаем сегодня бедро по всей его окружности. Хорошо. Последний раз. Готово. Левой. И как только отведение. Старайтесь сохранить прямую спину. Помните, да, статическое положение, напряжение, живот тянут, сильный пресс. Акцент на то, чтобы носок потянуть на себя. Давайте, друзья, держитесь еще 8 раз. 7. Можно подключить работу руки, если вы любите, чтобы полностью все тело всегда было задействовано. Я, конечно же, рекомендую все выполнять вместе с руками в полной координации. Приседаем. Отлично. Хорошо, я уже чувствую, у меня у самого бедро нырлось. Угу. Молодцы. Угу. Есть. Молодцы. Итак, внимание, правый назад. Только правой ногой. Не путайтесь. Держите всегда прямую спину, расправляйте плечи. Внимание, вид сбоку. Угу. Итак, сначала шаг, потом присед. Здесь смотрите за техниками. Очень важно, чтобы ноги сгибались под углом 90 градусов. Руки свободно перед собой. Старайтесь сохранить прямую спину. Итак, шаг, приз. Я подъем. Последний раз. Каждый счет. Готовы? Идите ниже, чувствуйте бедро. 4. Колено всегда на стопу. 3. Последний раз. Шагаем левой. Отлично. Шаг. Присесть. Подняться. Хорошо. И шаг. Присесть. Подняться. Живот тянули. Внимание, вид сбоку. Друзья, вместе со мной. Итак, сначала шагнуть. Присесть. Поставить
очень простая, легкая тренировка сегодня. Сегодня всем она доступна. Последний раз. Шаг. Присед. Есть. На каждый счет. Молодцы. Колено всегда на стопой. Помните, это вы нужно всегда соблюдать. Это безопасность. Готовы. Вниз. Хорошо. Вниз. Нам нужно соединить правую и левую ногу. Готовы? Поехали. И правой, левой. Да, отлично. Старайтесь сохранить прямую спину. Сгибайте руки перед собой. Не забывайте улыбаться. Всем позитива, хорошего настроения. Отлично. Идем дальше. Пружина будет. И смена ног. Еще раз. Пружина будет. И смена ног. Молодцы. Шаг к пружине. Смена ног. Последний раз. Молодцы. На каждый счет попеременно. Правый, левый. То же самое. До полусотни таких выпадов. Старайтесь сохранить прямую спину. Сгибайте руки перед собой. Не забывайте. Мы с вами работаем 45 минут. И только низ. Обрел. Готовы? Стоп. Вставляем ногу. Держим это положение. Стараемся себя зафиксировать. И уходим медленно вниз. Держим. Медленно вверх. Еще раз. Готовы. 4, 3, 2. Там же 4 счета. 4, 3, 2. Еще 4, 3, 2. Это на легкой дрожи по ногам. Медленно вверх. Молодцы. Два таких подхода. Два. Стоп. 4 счета. 4 считаем. 3 считаем. Раньше времени ни в коем случае нельзя подниматься. 4, 3, 2. Молодцы. Стоп. И медленно вверх. На каждый счет. Не могу добить. Сейчас мы поменяем с вами ногу. Живот сидите, плечи расправьте, обязательно улыбнитесь. Два раза. Последний. Готовы, ставим левую. Итак, стоп. Фиксация. Как всегда, медленно на 4 счета вниз. Там же 4 счета держим. 4, 3, 2, быстрее наверх. Стоп. И 4, 3, 2. Там же внизу. 4, 3, быстрее наверх. Хоп. Еще раз. Прекрасно. Держим. Последний раз. Отлично. Есть. На каждый счет. Поехали. Держим всегда прямую спину. Живот старайтесь стянуть, плечи расправить. Колено всегда над собой. Выдерживайте всегда прямую спину. Молодцы. Два раза. И последний самый. Идем дальше. Шаг. Обратите внимание, с каким углом у меня стопа развернута. Где-то под углом 45 градусов. Отведена колени в сторону. Почти выходим присед сумо. Итак, внимание, стопы вместе. Шаг правый. Отлично. Приставить. Шаг левый. Прекрасно. Ничего сложного. Шаг. Приставить. Эту тренировку могут выполнять все. У нас сегодня без оборудования. На каждый счет. Право. Молодцы, влево. Следите, пожалуйста, за стопой. Следите за тем, как направлен коленный сустав. Очень важно выполнять все технично и правильно. Внимание, только вправо, только вправо. Сделайте широкий присед. Широкий присед. Молодцы. 4 раза. 3. Где ниже? 2. Смена ног. Левая. Отлично. 4 раза. 3 раза. 2. Соединяем право слева. Все вместе. Хорошо. Занимаемся, занимаемся. Держим тот же самый темп. Старайтесь сохранить прямую спину. Живот втягиваем. Внимание, вправо будет. Стоп. Держим 3 счета. 2. 5. Влево также. Вверх. Молодцы. Вверх. Еще раз. На каждый счет вправо-влево. Хорошо. Держите себя прямую спину, расправляйте плечи. Молодцы.
вытягиваем. Смертельный номер. Пауза внизу. Я вам рекомендую взять здесь поудобнее. Поудобнее. Хорошо. Смян. Оп. Левый также. Поудобнее. Молодцы, держим. Поднимаемся вверх. Итак, смотрите, статичное положение как вправо, так и влево. Все время держим на 4 счета. Все готовы? Начинаем. 4, 3, 2, стоп. Еще раз. 4, 3, 2. Идем дальше. 4. И икроножная. Вниз. Готовы? Правая. Все вместе. Вниз. Итак, икроножные мышцы немножко добавить. Хорошо, разгибание колен. Совсем чуть-чуть. Внизу сидим. Поднимаем. Вверх даем. Готовы. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Смертельный номер. Попеременно правый, левый, стойка, пятая. Пониже опустите таз, смотрите вид сбоку. Вот в таком положении сидим и попеременно поднимаем пятки. Никто ни в коем случае не поднимается. Живот тянут. Мы только начали. Всего лишь 15 минуточек работаем в основной части. Всего лишь 15 минут. Молодцы. Ноги оставляем так же. Только присед с умом. Готовы. Молодцы, дыхание ровно, живот тянут, сильный пресс, никуда не шагаем. Разверните стопы, разверните колено, откройте грудную клетку, улыбнитесь и приседайте вместе со мной. Три пружины. Три, два, пять. Молодцы. Три, два, пять. Все вместе. Три, два, пять. Посмотрите, что будет дальше. Готовы? Итак, мы закрываем бедро. Смотрите, внутренняя поверхность. Молодцы. Внутренняя поверхность. Все вместе. Итак, присед. Поворот. Давай. Присед. Такой силовой элвис. Силовой элвис. Отлично. Остаемся внизу. Это будет очень жестко. Три, два, один. Просто приседаем. Все вместе. Молодцы, дыхание ровное. Сейчас я вас отпущу на небольшой отдых. Кто не хочет отдыхать, оставайтесь со мной. Готовы? Итак, пьем воду, отдыхаем. У нас с вами стретач. Очень простое упражнение. Стопы здесь параллельно друг другу, спина прямая, просто пошагайте. Делайте глоток воды. Кто не делает глоток воды, можно вместе со мной. Закрылся. Попеременно право-левый. Так, немного разомните динамики. Коленные суставы. Пятка всегда к тазу. Сделайте акцент на это. Молодцы. По два. Два. Отлично. Идем дальше. Итак, сложная координация. Будьте внимательны, друзья. Хорошо. Бедро. Последний раз. Отлично. Правый марш. Итак, давайте вспомним то, что мы с вами выполняли все-таки слегтач. Поставьте ноги широко, в таком положении, стопы параллельно. Держите прямую спину, расправьте плечи, ноги слегка согнуты к коленам, мышцы бедра в напряжении, живот тянут. Приготовьтесь выполнять выпады в правую и в левую сторону. Обычный фронтальный выпад, сгибая руки перед собой. Итак, посмотрите, что мы делаем.